«Россия, любимая мною до слез» – под таким названием прошла литературная встреча с поэтом Дмитрием Поздеевым. Волшебная страна по ступенькам школьных лет, Россия, любимая мною до слез. Три книги Дмитрия Поздеева выдвинуты на соискание государственной премии Чувашии в области литературы и искусства за 2018 год. И, конечно, именно о них шла речь на круглом столе, участниками которого стали специалисты в области литературоведения, коллеги по творческому цеху. Сам автор особо выделяет книгу «Россия, любимая мною до слез». Эта книга создана на основе моих путешествий по нашей стране. Когда в какой-то район приезжаешь, смотришь на природу, на культуру, которая там представлена, на людей, которые там работают, живут, и чувствуешь, что очень интересный материал собирается. В каждом регионе своя изюминка. Вот у нас 89 регионов, значит, 89 изюминок я собрал, можно сказать. Почти во всех побывал, да. Ну, конечно, стихи не про каждый район. Уж не так быстро стихи пишутся, как хотелось бы. Дмитрий Поздеев написал 8 книг, и все они отличаются легкостью слова и яркими образами, что особенно важно для юного читателя. Его поэзии, которая направлена на формирование патриотического и духовно-нравственной основы будущих наших граждан, то есть школьников, начиная от дошколят и заканчивая уже более старшими классами. Творчество Дмитрия Анатольевича, оно должно быть оценено объективно и, естественно, на мой взгляд, конечно, достойно данной премии.